побольше скушать. Ребят, я хочу уже побольше съесть. О, все, ребята, наконец-то я могу хавать все лодки подряд. Вы только посмотрите, ребята. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки, и сегодня мы с вами, ребятушечки, поиграем в отличную игрушку, которая называется, ребятки, Tasty Blue. Мы с вами, ребятки, уже ее проходили, но подписчики требуют еще, говорят, давай, Юра, давай, играй в эту замечательную игрушку, потому что она нам очень сильно, ребятки, нравится. Так, ребятки, ну что ж, девочка купила рыбку в магазине, ребятки, питомцев, и что она ее, что она с ней, ребятки, сделала? А сделала она, ребятки, следующее, она высыпала ее в аквариум и начала ее кормить, ребятки. Ну что ж, и вот она кормит меня чем-то, ребятки, вкусненьким. Давайте же вот это все кушать, ребятки. Чем она меня кормит, съедать, ребятки. Так, ням-ням-ням, ребятки, как же мне вкусненько. Так, ребятки, ну что ж, посмотрите, ребятки, наши размеры потихонечку, ребятки, уже набирают обороты. И мы, ребятки, уже не такая маленькая рыбка, как было до этого. И это, ребятки, просто замечательно, я считаю. Не правда ли? Да, ребятки, это в действительности круто. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отличненько, как же вкусно. Ребята, ну все, ребятки, мне кажется, я могу, ребятки, так, давайте еще немножко понаслаждаемся, ребятки, вот этим вкусным кормом. А вот уже, ребятки, стрелочка мне показывает о том, чтобы я потихонечку начал уже убегать. А вот, ребятки, и, собственно, и умывальник. Так, ребят, ну что ж, давайте погнали. Вау, ребята, трубопровод. Вау, ребята, мы по трубе летим. Вау, в океан. Давай, 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 давай. Еще совсем немножко. И где же он? Отлично, ребятки. Угу, ребятки, какая большая, ребятки. Здесь рыбка. Она меня может просто-напросто укусить. Так, ребятки, я даже крышечки могу, видите, собирать на дне. О, ням-ням-ням-ням, ребятки, я уже могу хавать всех креветок подряд, даже больших. Это, ребятки, означает только одно, что вскоре, ребятки, я начну хавать и вот эту вот селедку, которая здесь, собственно, плавает. Ребята, это же просто-напросто круто. Так, ну что, тут пока из бутылок я еще не могу ничего сделать, ребятки. Так что давайте, собственно, с вами перейдем к следующей трапезе. Ага, ребятки, мы съели только что мушлю, и это просто отлично. Все, ребята, вы только посмотрите, я ем селедку всю, круто. Ням-ням-ням, отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью с вами прошли этот уровень. И мы переходим, ребятки, к второму уровню Tasty Blue, съесть океан. И погнали, ребята. А что это за уточки там были такие прикольные, ребятки? Давайте начнем с вами с креветок. А там посмотрим, ребятулечки. Так, отличненько, отличненько, отличненько. Просто, ребятки, все суперски. Так, ребята, вот я могу за ракушки кушать. Давайте, собственно, их и начнем хавать. Так, ребятки, рыба тут уже требует моей отставки. О, ребята, уточки. Все, ребята, мы съели уток. Ого, ням-ням-ням, и звездочек. Ого, вот это мы так быстро, ребята, выросли. Реально быстро набрали вес, ребятки, если вы видели. Отличненько, ребяточки. И мы продолжаем нашу замечательную игрушку Tasty Blue. Третий уровень, дорогие друзья. И поехали, погнали, погнали, погнали. Так, а что здесь? Ага, здесь у нас уже рак. Мне говорят, чтобы я от рака убегал, потому что он захочет меня съесть. Видите, ребятки, рак за мной, ребятки, хочет угнаться и съесть меня. Таким образом, ребятки, лучше на него не попадать, потому что я буду, ребятки, в размере уменьшаться во много раз. А это, ребятки, нам ни в коем случае не надо, потому что нам, наоборот, надо набирать вес. И как только, ребятки, я наберу вес, я обязательно съем этого нехорошего рака, ребятки, который пытается меня съесть. Да что ж такое, никуда, ребятки, не могу сбежать от этого злого рака. Так, ребят, давайте как-то будем потихонечку с вами... потихонечку с вами, ребятки, играть и посмотрим, к чему мы, ребятки, придем. Все, ребяточки, отличненько. Мы с вами только что, ребятки, выросли до таких размеров, что теперь с легкостью съедаем рака, ребят. И это просто круто. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, ребяточки, как же это вкусно.
Вот это да, ребята. Ох, ням-ням-ням-ням. Вот это да. Вот это, ребятки, вкуснота. Вот это вкусно. Реально вкусно. Ребята, отличненько. Ребята, настолько вкусно, что просто можно объесться. Ребятки, так, ну что ж, ребятки, четвертый уровень у нас. И мы продолжаем нашу замечательную, ребятки, игрушку. Так, погнали. Вау, ребята, тут потихонечку будем собирать селедочку. И водоросли, кстати, нам дают. О, ребята, и чаечки уже пошли в ход. Ребята, мы можем с вами хавать чаек. Отлично, как же вкусно хавать чаек. Ребята, вы просто не можете себе... О, здесь морж, ребята. Еще нам на него попадаться нельзя, потому что он нас может съесть. Но уже все, ребятки, мы его съели и прошли этот уровень. Это просто круто. Так, ребяточки, погнали дальше. И что мы видим дальше, ребятки? А дальше у нас следующее. Здесь у нас селедочка есть. И спасательный круг, ребята, какой-то. Наверное, люди здесь будут купаться. Так, отлично. О, звездочки. Морские звездочки. Такие они вкусные. Вместе с бутылками. Весь мусор съел со дна океана, ребята. Отличненько. Отличненько. Я уже съел. Вы видели чаечку? Ого, сколько рыбы, ребята. Рыба самая вкусная, ребята. Я, оказывается, золотая рыбка. Это обычная, ребятки, селедочка, которую мы с вами будем хавать. Ого, ребята, там еще больше сельдь, смотрите. Вы видели, какая большая селедка? О, даже водолазик есть, ребяточки. Здесь даже появился водолаз, вот это круто. И я могу, наконец-то, съесть уже спасательный круг вместе с этими чайками и с легкостью переходить в дальшей трапезе, ребятки, нашей. Так, ребятки, моржи пока меня еще хавают, или это морской котик, наверное, скорее всего. Но он, ребятки, меня пытается все-таки как-то съесть. Ну и что ж следующее, ребятки, хочу сказать вам о том, что надо потихонечку как-то... Все, ребятки, я уже научился съедать морских котиков, ребятки. И скоро, наверное, уже начну даже съедать, ребятки, людей, водолаза. Вон даже тетя на лодке, ребята, поплыла, посмотрите. Видите, пускай прокати меня на лодке, подруга, прокати меня на лодке, да что ж такое. Ребята, посмотрите, она катает меня на лодке, вы видели, вот это прикол. Так, ребятки, давайте дальше кушать. Ребятки, мы съели водолаза, вы видели? Ой, касатка, ребята, касатка нас укусила. Ого, ребята, рыба-меч или рыба-игла, что это такое? Да, ребята, спортфиш, ребятки, это спортфиш. Вау, ребята, ого, даже мы на лодке тетю уже съели с дядей. Ребята, посмотрите. Одна касатка, ребятки, здесь плавает, которую я все-таки не могу, ребятки, поймать. И я не знаю, что с ней, ребятки, делать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отличненько, ребята. Просто супер, просто круто. Ох, ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно. Как же вкусно, ребяточки, вы просто не можете себе представить. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отличненько, друзья. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребяточки, касатку мы до сих пор не можем никак съесть. Наверное, о, отличненько, ребятки, наконец-то мы с вами съели касатку. И это было просто замечательно. Это было просто круто. Давайте перейдем к следующему уровню, дорогие друзья. Что здесь у нас, ребятки? Мы сразу здесь можем съедать морские бульки. Это просто, ребятки, круто. Это просто, ребятки, замечательно. Так, что у нас дальше? Ребятки, а, здесь только вот эти дяди на лодках, я так понял, плавают. А начнем мы с бульков, ребята. И я так думаю, что скоро мы начнем кушать уже и этих дядь, и теть на лодках, дорогие друзья. О, все, видите? Как я вам и говорил, ребятки, мы начинаем хавать вот этих на желтой лодке тетю. Давай, отличненько, мы съели уже ее. Отлично, отлично, отлично. Просто супер, дорогие друзья. Вау, круто, ребятки, мы съели их. И это просто замечательно. Так, ребятки. Отличненько. А я хочу уже побольше скушать. Ребятки, я хочу уже побольше съесть. О, все, ребята, наконец-то я могу хавать все лодки подряд. Вы только посмотрите, ребята. Ням-н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 ям. Вот это да, отличненько, дорогие друзья. И мы проходим дальше нашу замечательную, ребятки, игрушку. Так, а здесь, ребятки, я настолько маленький и нещерный, что я не знаю, что же мне здесь, ребятки, даже можно делать. А, ребятки, а здесь я буду кушать мох, наверное, с... Да, ребята, вот этот мох я буду кушать с этих, со скал, который вырос на этих скалах, ребятки, мох. Вот это я его, ребятки, сейчас, собственно,
и начну объедать потихонечку. Так, ребятки, ну что ж, вроде бы все отличненько, отличненько. Так, давай, 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 ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же это вкусно. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням, вот это да, ребятулечки, это настолько вкусно, что вы просто не можете, ребятки, себе представить. Ох, ням-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 ням, ребяточки, посмотрите, сколько тут вкуснятины для меня, разные грибы, какие хочешь, ребята, для меня здесь есть все, что угодно, вы только посмотрите, так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, вот, круто, ребята, вот эта пещера мне в действительности нравится, здесь еды, ребята, море. Просто отличненько, ребятки, мы с вами прошли этот уровень, дорогие друзья. Так, ребятулечки, дорогие мои подписчики, мальчики и девочки, подписываемся на мой канал, ставим пальчики вверх, оставляем какие-нибудь комментарии, ребятки. Мне будет очень приятно, дорогие друзья. По возможности я буду на ваши комментарии, ребятки, отвечать. Так что, дорогие мои любимые, подписывайтесь, ставьте, ребятки, колокольчики, чтобы не пропускать мои все новые видосики. А также, ребятки, смотрим мои старые видосики, дорогие друзья. А с вами был, ребятки, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство, дорогие друзья. Пока-пока, в следующем выпуске.